Итак, друзья мои, добрый день! Вы на канале Блогермен. Сегодня такая тема, вопрос от вас, от одного из моих зрителей. Что делать, если телефон лагает? Как правило, данный вопрос задают люди, у которых какие-то не очень, да, не самые мощные смартфоны. Там, допустим, Huawei, Honor, Realme, Xiaomi, Samsung, да, неважно. И они хотят увеличить скорость, чтобы он не лагал. Я скажу, что это реально сделать. Неважно, даже если у вас там 2 гигабайта оперативной памяти, есть приемы, которые позволят сделать так, чтобы ваш телефон работал более стабильно и уверенно. Давайте приступим к теме видео. Я рекомендую, кстати, вам поставить лайк, чтобы стоял, чтобы у вас, ребят, стоял, чтобы у меня стоял, чтобы у нас, у всех с вами стоял. Очень важно, когда стоит очень хорошо, ребят, лайк должен стоять. Спасибо за взаимность, за общую заботу. Во-первых, убедитесь, что у вас освобождена оперативная память. Как это сделать? Многие думают, что нужно потянуть полосочку, либо открыть панель многозадачности и выгрузить оттуда все приложения, которые открыты, да, позакрывать открытые приложения. На самом деле это не всегда срабатывает, вернее даже редко когда. Есть простой способ достаточно очистить оперативную память. Во-первых, у вас могут быть приложения всякие, типа очистка, да, поищите. Если у вас нет такого приложения, ничего страшного, снимаем чехол для, ну, для того, чтобы с первого раза все сделать. Смотрите, есть универсальная комбинация клавиш, которая позволит очистить оперативную память, очистить кэш-память, удалить фоновые процессы какие-либо, да, в том числе, которые с ошибками возникают, из-за этого телефон лагает. Называется принудительная перезагрузка. Как это выполняется она, да, как она производится? Мы с вами зажимаем кнопку включения-выключения, находите на своем телефоне, и кнопку регулировки громкости вниз. Держим до тех пор, пока телефон полностью не выключится. Как это работает на практике? Вот так держим. Да, делается скриншот даже, но мы продолжаем держать, пока телефон полностью не отключится. Я этого делать не буду, чтобы не отнимать время ни у вас, ни у себя. Итак, думаю, все понятно. Все, принудительная перезагрузка. Это уже позволит вашему телефону работать быстрее. Проверьте. Следующий способ очень действенный, но в зависимости от телефона, да, какой у вас телефон. Идем в Play Market. Play Market. У меня это приложение, кстати, уже установлено, да, я установил это приложение. Ну, суть этого приложения в том, чтобы очистить эскизы. Смотрите, когда вы, допустим, делаете фотографию, да, но удаляете ее, она не удаляется, а, ну, как бы эскизы остаются, их десятки тысяч может быть, понимаете? То есть в вашем телефоне вы их просто не видите. Память забивается, чем меньше памяти, тем больше телефон лагает. Это известный факт в некоторых ситуациях. Приложение называется Disk Diger, это не реклама, а приложение, можете другим воспользоваться, их много. Вот так вот. То есть не суть, да? Я не рекламирую это приложение, можете другим пользоваться. Я его устанавливаю, нажимаю кнопку «Установить». И ждем, пока, соответственно, оно загрузится. Все, оно проверяет, просит разрешение на получение данных на устройстве, потому что он будет, ну, видите, безопасно, да, у меня телефон проверил. Он будет получать доступ к данным. Disk Diger у нас с вами нет root-прав на телефоне, требуется root-права, это полное сканирование. Пользователи, которые с root-правами, конечно, могут больше, но нам подойдет начать простой поиск изображений без root-прав. Нажимаем, беремся за лупу, вот она, да? Вот так вот, нажимаем по ней, и у вас появляется сканирование, там, не знаю, 100 фотографий, 200, 100 тысяч, может, фотографий. Был человек, у него 12 тысяч фотографий вылезло, он очистил, у него освободилось место на устройстве, плюс телефон стал быстрее работать, что логично. Все, идем взад. Я не буду это делать, потому что мне это не нужно. После этого, ребят, идем в настройки, идем туда, где у нас хранилище располагается, я не знаю, что у вас за телефон, и нажимаем, смотрите, освободить 657 мегабайт. Разрешить. Это мусор, ребят, понимаете? Смотрите, 883 мегабайта мусора. Понимаете? Очистить я нажимаю. Ну, пока не буду, я для отдельного видео, чтобы вам показать, как это все работает. Вот и все. Что делать в следующем, да, чтобы телефон не лагал? Смотрите.
Телефон нужно перезагружать принудительно хотя бы раз в неделю. Запомните себе такое правило. Не заряжать телефон выше 80% и не разряжать ниже хотя бы 30%. Ну хотя бы 20%, не ниже. Потому что телефон в этот момент начинает кэшировать данные очень медленно, очень все, процессы замедляются в некоторых ситуациях. Заметьте, что даже сеть может пропадать, интернет становится медленно почему-то на телефоне. Потому что телефон переходит в режим экономии энергии, да, часто. Даже без вашего согласия. На бюджетных телефонах так и иногда происходит. Потому телефон не разряжайте слишком низко и не заряжайте слишком высоко по процентам. По процентной шкале. Вот у меня 97%, но телефон тестовый. Телефон тестовый, он просто нужен для того, чтобы я вам показывал на его примере, как устроено то или иное. Ребят, есть еще масса способов сделать так, чтобы телефон не лагал, но это уже зависит от конкретной модели телефона. Я вот не знаю модели, бренд вашего телефона. Вы напишите мне в комментариях, как называется ваш телефон, модели, бренд вашего телефона. Я сниму для вас видео, как сделать так, чтобы именно ваш телефон не лагал. Если вы хотите увидеть такое видео, ставьте лайк. Ставьте лайк также, чтобы стоял, да, лайк должен стоять, ребят. Подписывайтесь на канал Блогермен и ставьте колокольчик, чтобы когда на канале Блогермен выйдет новое видео, вы его, соответственно, не пропустили. А я с вами прощаюсь ненадолго, мы с вами скоро увидимся. Желаю вам всего самого отличного, хорошего настроения, друзья мои, удачи и до скорого. Пока!